Ребята, всем привет! Решили вечером сделать небольшой перекус и заснять для вас распаковку вот этой вот икры Минтая фирма «Балтийский берег». Значит, стоимость этой банки, ну, примерно около 100 рублей. Есть некоторые супермаркеты, продают ее и по 130 рублей. В общем, цены не контролируются, поэтому давайте так, в пределах 100 рублей ориентироваться. Я себе сделал чаек, жена кофеек, нарезали хлебушек и колбаску. Ну, и в холодильнике нашли вот и корочку. Будем сейчас ее смотреть вместе с вами, какая же она внутри. Какой же ее состав? В общем, ребят, перечитывать все не буду. Вижу очень много ешек, вот ешки. Если найду картинку в интернете, я ее вставлю, а вы просто посмотрите описание, нажмете на паузу и внимательно изучите. Давайте, чтобы не затягивать, пробую ее распечатывать. Вот такой вот ключик есть, что очень удобно для открытия. Ну, пробуй. Давай сейчас посмотрим, что там находится внутри. И как мы видим, вот она, икра. Ребята, мы хотели бы, чтобы вы написали свой отзыв по этой икре, если вы ее кушали. Мы ее кушаем, по-моему, второй раз всего лишь. В общем, первый раз съели, не запомнили, второй раз сейчас кушаем, запомним, одновременно посмотрим ваши отзывы. Мы не специалисты по рыбной икре, поэтому, ребят, сейчас я попробую и хотя бы скажу свой вывод такой, какой есть. Давайте вот ложкой в нее залезу, вы посмотрите, как это все выглядит. Ну, вот так вот. Теперь давайте попробуем икринки эти приблизить. Вот, ну вот, на что камера способна, вот так вот и показывает. Так, вот эту массу беру сейчас и будем ее сейчас вот таким образом смотреть. Ну, в общем, как бы не течет, не сильно-то она и жидкая. Как бы на первый взгляд все окей. Ну а теперь намажем икорочку на хлеб и я сейчас ее отведаю. Ребят, я не эксперт по икре. В принципе, мне нравится. Кушать можно, вот смотрите. Ничего не течет. Вот бутерброд вверх ногами. Хлеб вверх ногами, ничего не течет. Ничего не падает. Напишите, конечно, свой отзыв. Обязательно мы будем ждать ваш комментарий. Пишите. Не стесняйтесь, ребят. Но сейчас я буду икорочку кушать и буду просматривать очень классные группы ВКонтакте, через которые вы сможете забронировать жилье на море без посредников. Ребят, в этих группах размещается жилье в Крыму и в Краснодарском крае. Если вы любите отдыхать на море, а отдыхать надо хотя бы один раз в год и желательно на море, то переходите в эти группы по ссылкам в описании в первом закрепленном комментарии и бронируйте жилье напрямую от хозяев. Агентам недвижимости и посредников тут нет. Оставляя ссылки в описании, переходите, подписывайтесь. Ребята, намазываю следующий бутербродик и буду сейчас кушать. Желаем всем приятного аппетита, подписывайтесь на наш канал. И всем до новых встреч, пока-пока.